Работа кипит, битум греется, щебень перемалывается. Омский асфальтобетонный завод готовится к новому сезону. На предприятии разрабатывают особые составы в соответствии с ГОСТом. Материалы отвечают за прочность и водонасыщение асфальтобетонной смеси. Сначала формируется образец, после – экспертиза в лаборатории. Проектируем составы в зависимости от того, от назначения. Или это у нас ямочный ремонт, верхний слой, нижний слой, тротуары. То есть в зависимости от того, где он будет применяться. Ежедневно проводится контроль качества выпускаемой асфальтобетонной смеси. Вот формуются вот такие образцы. Зимой на заводе сделали ремонт. Заменили старые детали, очистили битумные бочки и провели замену тена-электрообогрева двух резервуаров. Установили новые насосы и редукторы. На одной из установок проведены капитальные работы. Закуплены запчасти, которые могут потребоваться в весенне-летний период. Пока предприятие работает в тестовом режиме, поставляет ограниченные партии асфальта для ремонта наиболее проблемных участков дорожной сети. Это улица Кирова, Машиностроительная, Конева, 70 лет Октября, Заозерная, Королева. С 25 марта выпущено около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Готовность к сезону оценил мэр Омска Сергей Шелест. Зима была сложная, и дожди были, и морозы сильные. И асфальтобетонное покрытие, конечно, во многих частях города пришло в ненадлежащее состояние. И сегодня посмотрели, из трех установок на этом заводе две уже работают. Пока делаем ночное время, на полный режим не вышли, потому что еще присутствует много влаги, и будет некачественный ремонт, если сейчас начать весь объем делать. Главные сезонные работы впереди. Все материалы закуплены в полном объеме. В планах на следующую неделю запустить еще две установки. Они тоже обновлены. Заменены бункеры, ковши, ведутся работы по ремонту горячего элеватора. Добавится мощности новой установки. Вместимость 2000 тонн. Теперь битум можно будет закупать впрок на более приоритетный и выгодный период. На текущий год у нас по аварийно-восстановительному ремонту запланировано более 300 тысяч метров квадратных выполнять на уличной дорожной сети. Поэтому, в принципе, все у нас службы готовы к выполнению работ, все наши подразделения, дорожно-эксплуатационные участки. Поэтому сейчас основной ориентируемся именно по погодным условиям. На полную мощность завод выйдет, когда дороги подсохнут по плану к концу апреля. Задача завершить основные ремонтные работы на дорогах Омска до конца августа.